Привет, мои друзья. Фух, сейчас иду. А, руки чуть не отвалились. Тащила две трубы, два мотка, трубы металлопластиковые по 100 метров. А они такие прямо это, нелегкие. Фух, аж вспотела. Вот наше общество гнилое. Вот идет девушка, это, несет эту трубу. Ну, мужики просто проходят. Я иду, так корячусь, она у меня падает, я спотыкаюсь. Они так смотрят и просто проходят. Как можно? Как? Люди, они, люди черствые. Ну, я не жду от кого, ни от кого ничего, чтобы мне помогали. Но сам факт. Это, конечно, удивляет. Я приехала сегодня на работу. И это, меня сосед отругал и выгнал с работы. Говорит, сегодня праздник. А мы вчера с девочками ездили на речку в Тымчинки. Есть такое. И я вчера профукала, прогуляла, можно сказать. Ну, думаю, сегодня там кое-что поделаю. А оказывается, сегодня праздник. Сегодня Троица. Ну, пойду в кофейню. Тренировалась я, еле иду, на жужиком пригласили, на там и выставка, и праздник, и художники будут, и песни какие-то, короче, мы идем с ним, чуть-чуть развеемся. Взяли сок, оливки, что я там еще взяла я, и зефирку, конечно, крылья и веночек сделала, ну, поснимаю там. Слушай, прямо как-то легче стало.
На землі Слобожанській Велетень народився, споювали три річки, колисав вітерець, і лоека далеко ніс цю радісну звістку по небесному шляху, що проліг на простець. І лоека далеко ніс цю радісну звістку по небесному шляху, що проліг на простець. На дитя подивитись одягнулись народи. Я п'ю її смак, її свіжість вдихаю, від неї отримую сили благі, джерельце в'юнки і світлинами неба щоранку збирає росинки з лози і щиро дарує гостинці від себе, то радість медову, то смуток сльози. І щиро дарує гостинці від себе, то радість медову, то смуток сльози. З ним батьківська пристрасть. Не шукай вечорами, і у мене єдина тільки ти, повір. Чистая вода, то є вистая вода, синій. Традиціон ім віді кулір, і любов таке пасе, премена поезія, но судово.